Здорово всем, ребят! Сегодня у нас на обзоре бой на Викерслайте на ЛТшке 10 уровня ветки Великобритании. Ну что, пока разъезжаемся, хочу всех поблагодарить за подписку, лайки, комментарии и активность на канале. Кто этого еще не сделал, это фатальнейшая ошибка, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. Ну что, разъезд у нас идет в принципе стандартно, да? Сейчас на правый фланг, в парк и погнали вдоль по трамвайным путям. Есть, отлично. Где наши все союзники? Ну, союзники тоже поехали сюда. Итак, первый светится ВЗшка. Йох и Бачат здесь. Ой, как Бачат красиво стоит. Есть, отлично. Динамика у танка позволяет, конечно, и отстреливаться, и прятаться, и, в принципе, вытворять чудеса. Хороший танк. Кто еще не качал, советую покачать его. Покачать, выкачать. Итак, опа, там объектик подъезжает. Ну что, будет видно? Будет и есть. Отлично. Пока игрок по всем настреливает. Вытворяет, конечно, да. Пока без единой ошибочки, без ничего, четенько. По каждому танку, кто оказывается в досягаемости прицела, да? Есть и Йох. Йоху 438. Отлично. Ух, там тесту ЛТ прям вообще накидывается на противников и откидывается в ангар. Ну, Бачатик получает свое за то, что тесту ЛТ забрал нашего на отдых. Ну что, ВЗ, наверное, будет петлять. Да, пока здесь союзниками все хорошенько слаживается, но, правда, счет не хорошенько, не в нашу пользу. 0-2. Итак, Йоху надо есть. Йоху забрали. 1-2. Кранваган засветился на центре карты возле базы. Первый снаряд не попал, но ничего. Давай, еще чуть-чуть, есть, отлично. Через гусеницу, но на гусеницу не встал. Ага, уже в корму заехал Бачат, объехал всю карту. Рикошет. Ну, в принципе, неудивительно от ВГ получить просто... Ну и тут так же самое, еще и фриз небольшой. Прыгнул объект 268, непонятно что, как телепорт прям. Ну, ничего. Счет, правда, не в нашу пользу, но 2200 уже почти... 1500 урона у нашего игрока. Без единой ошибки, пока игрок играет. Это прям великолепно. Показывает, что такое на самом деле легкий танк. Ай, как через Шкоду, блин. Не попало чуть-чуть. А так бы залетело бы еще по кранвану. Еще один снаряд, это 100% прям. Вафля катается на базе. Давай, еще есть. Сбил базу четенько. Ну что? Счет 2-4. Ёпт, еще раз, что-то какие-то фризы. Но есть, хорошо, хоть Шкода забирает Бачата. И наш игрок хорошенечко так по кумполу дает объекта 268. И остаются они вдвоем. Это наш игрок на Викерслайте и на объекте 704 союзник. Против четверых танков. Так, ну что, Кранваген. Ну, я смотрю, Кранваген вообще, да, ему... Наша рука стреливается по вафле, а Кранваген абсолютно вообще фиолетово. Он прет за объектом 704. Какая-то месть, может, кровная. Хрен его знает, честно. Ну, есть, отлично. Хоть и от объекта противника получил наш игрок, но его забирает. Объект 704 наш, который союзник, петляет от Кранвагена. Правильно делает, а он не петляет, он едет за вафлей. Так же уверен, как и Кранваген ехал за нашим объектом. Ну что? Есть. Объект 704 наш забирает вафлю. И наш боец успевает заехать в корму Кранвагена. Ну и два снаряда. Ой, как хорошо. С фугасины как раз дает. Ну, можно разочек и обменяться. И дать еще на 360. Отлично. 5850 урона. Великолепный бой. Вот это значит ЛТшечка. Вот это значит имбовая ЛТ. Красота. Вообще супер. Так, нашему бойцу так держать, красавчик. Всем, ребята, огромное спасибо. Кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки и комментируйте. Будьте активными на канале. И обязательно присылайте свои реплеи для вот таких вот обзоров. Все, ребят, всем огромное спасибо еще раз. И пока. До новых встреч.